Гарний подарунок зробили сьогодні гравці та легенди «Динамо». На столичному стадіоні відбулася благодійна акція. Футболісти клубу зустрілися з дітьми, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС. Спочатку подякували маленьким уболівальникам за підтримку, а їхнім батькам – за терпіння та витримку. Після теплих слів дітям вручили подарунки та провели невелику фотосесію. Далі маленьких уболівальників привітали новорічною ляльковою виставою. Уважаемые родители, приятно с вами встретиться, приятно, что эта традиция наша, она уже длится много-много лет. Конечно, хотелось бы от имени руководства футбольного клуба «Динамо» Киев всех вас поздравить с наступающим Новым годом, с Рождеством. Я думаю, им приятно то, что кто-то пришел «Динамо» с футболистов и уделяет им время. Это самое главное, что здоровье – это такое очень важно, и без него, то есть, плохо. Поэтому в новом году пожелать хочу всем крепкого здоровья, позитива, улыбок, и чтобы Новый год был как минимум лучше, чем прошлый.